Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Алекс Киндер Тойс. Сегодня у нас обзор новых киндер сюрпризов с белым зайцем на обложках. Откроем дюжину яиц, будет интересно. Ставь лайк и поехали. Скорее всего, это очередная сборка Apple Edu. Надеюсь, там мне попадутся классные зайцы и они пополнят мою коллекцию. Есть надпись «Твори с игрушкой внутри». Заяц-то какой-то подозрительный, подмигивает нам и что-то за спиной тащит. Откроем, узнаем. Эти киндеры от 1 августа 2023 года. Что-то разборное и непонятное. Да, как я и думал, это сборка Apple Edu с новыми обложками. Надеюсь, игрушки будут новые. Прикольная черепашка с ухмылочкой в стильных очках. На голове ковбойская шляпа. А панцирь она переделала в рюкзак. А здесь, похоже, спальник скрученный. Черепашка отправилась в поход. Все свое везу на себе. Ноги-то у нее мощные. Точно вывезет. Но это еще не все. Из рюкзачка достается вот такая штука, а в ней наклейки. У нас тут есть сова, олененок, клевер, палатка, фонарик и белка. Зачем черепахе наклейки, непонятно. Может быть, в доставке работает? В Яндексе, например. Первая игрушка мне понравилась. Посмотрим, что будет дальше. А вот и заяц с обложки. Пополнит мою коллекцию. Не, ну это точно какая-то серия курьеров доставки. У зайца желтая сумка, значит он работает в Яндексе. А черепашка с зеленой, скорее всего, в Деливери. И все они тащат наклейки. Рюкзачок похожий, только цветом отличается. Зайцу-то потяжелее будет, чем черепахе тащить такой баул. Давайте его откроем. Наклейки отличаются. Олененок, мухоморы, месяц, ежик, листочки осенние и еще один олененок. Сложим все обратно, как было. Хоть рюкзак и огромный размером зайца, но заяц все равно весело его тащит. Уши на макушке и подмигивает нам. Немножко смазанное изображение на мордочке, но в принципе выглядит неплохо. Этот заяц точно отправится в мою коллекцию. Интересно, с каким рюкзаком будет следующая игрушка? Давайте узнаем. Тут что-то вообще непонятное. Вы думаете, это очередная сумка для доставки? Нет, это водяной сканер. Разработка ученых. В него нужно налить воды. И он может печатать фотографии. Давайте попробуем. Воду я в него налил. Правда, она там плохо держится, выливается. Берем листочек. Засовываем. Фотка получилась не очень хорошая. Но видно, что это жираф. Сканеру надо разработаться еще немного. А на второй что у нас? В общем, со второй все получилось плохо. Но тут изображена горилла. Я на вкладыше видел. Надо этот сканер еще на доработку отправить. Фотографии пока плохие получаются. Что-то новенькое. Игрушка запечатана в дополнительный пакетик.
Это белый медвежонок, плавает на льдинке и машет всем лапой. Может быть, маму ищет? Умка, ты ли это? Подобных игрушек в киндерах уже было много. Сверху какое-нибудь животное, а снизу печатка. Давайте откроем. Как плотно. Печать в виде лапы медведя. Сейчас проверим, какие следы оставляют мишки. Вот так бегает белый медведь. Неплохая игрушка. Уж всяко получше водного сканера. Я думал, уже повторка, но нет, зверь другой. Был у нас белый медвежонок, а теперь серый волчонок. Это еще может быть писец. Тоже сидит на льдинке. Они, наверное, с медведем вместе катаются. Ну-ка, открывайся. Лапа волчья. Давайте пройдемся. Звери бегают туда-сюда. Интересно, сколько всего таких печаток будет в коллекции? На вкладыши непонятно. Маленький пингвиненок с очень хитрым взглядом, которого заковали в ледяной тюрьме. Ну либо он сам сюда провалился. За спиной у него какое-то альпинистское снаряжение. По горам решил полазить. А снизу карандашик желтого цвета. Можно что-то нарисовать. Возьмем наш листочек. И нарисуем тут. Солнышко. Сейчас сентябрь, солнышка очень не хватает. Пока в новой сборке киндер-сюрприза животные мне нравятся. Единственный принтер не очень. Посмотрим, что будет дальше. Первая повторка. Еще один медвежонок на льдине. Отложим в сторону и откроем следующее яйцо. А здесь пингвин. Давайте его получше разглядим теперь. Какой красивый. Лоснится весь. За спиной у него огромный рюкзачище со снаряжением. Любят звери в этой коллекции рюкзаки таскать. Опять пингвин? Нет, это кто-то другой, но в похожей ситуации. Вместе с пингвином по снежным горам лазит медвежонок с какими-то странными глазами. Он еще может из этой тюрьмы выскакивать. Может, они тут в засаде на кого-то сидят? Караулят. Карандашик у медведя синего цвета. Нарисуем что-нибудь. Солнышко у нас есть, добавим облачков. Да я прям настоящий художник. Нехилый у меня зоопарк собирается. Похоже, новая модель принтера. Этот сканер уже другой конфигурации и цветом отличается. Версия 2.0. Попробуем проявить новые фотки. Пойду водички залью. Тестируем.
Ну, что-то видно. Это зебра. Качество второй версии не улучшилось. Вообще плохо они его сделали, вода внутри не держится. Зебру хоть видно, а лев вообще не получился. Воды хватает только на один снимок. Такими игрушками только детей расстраивать. Двигаемся дальше. И еще один волчок-печатка. Был уже. Последний киндер. Надеюсь, будет какая-то новая игрушка. Но нет, тут мишка. Вот такие классные игрушки в новой сборке Apple Edu Kinder Surprise. Игрушки с животными мне понравились. Особенно заяц с черепахой из доставки. А вот сканеры — это полный провал. А вам понравились игрушки Apple Edu? Будете собирать их? А кто-нибудь вообще знает, сколько их? Напишите в комментариях. Всем пока, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, жмите на колокольчик, делитесь видео с друзьями, ставьте лайки, пишите интересные комментарии. Ну а я пойду попью чайку с шоколадом.